Спасибо вам, дорогие друзья. Я потрясен. Я действительно потрясен. Я сейчас объясню, почему. Но прежде всего я все-таки хочу представить своего соседа слева, Валерий Чечет. Прошу любить и жаловать. Вы знаете, я испытываю чудовищный трепет, входя в эти для меня святые стены. Потому что трепет, который, скажем, в КДС я не испытываю. А здесь да. Почему? Потому что в далеком 47-м году, после войны, я впервые, кажется, пришел сюда, не сюда, а вот туда, значит, на хоры. Потому что и потом, будучи студентом Горного института, все симфонические концерты, и целая эпоха, связанная с моим поколением, это и Вилли Феррера, это и Зандерлинг, это и Мравинский. И Бернстайн, приезжавший сюда. Это великая симфоническая музыка. Это и Мильгилис, это еще тогда живой Глинвейзер. Это и, понимаете, Коган, и прочее, и прочее, и прочее. И такая со мной произошла смешная история. Я здесь третий раз. Первый раз, это еще было до моего 80-летия, я дрожащий пришел сюда. Меня встретила седая дама в таком униформе с позументами. Провела меня в артистическую. Я говорю, знаете, мне так неудобно, я так себя чувствую. Я вот был там, я был здесь, я был зрителем, там, но тут Брауда, я не знаю, Аксентьян, концерты органные и прочее, прочее. И вдруг я с этой стороны оказался, я вот, кто я такой, чтобы стоять здесь? Она смерила меня таким полупрезрительным взглядом, улыбнулась и сказала, а вы не смущайтесь, сейчас еще хуже вас приглашают. Чем сразу сняла весь напряг. Но если говорить серьезно, то, что авторская песня, которая прожила славную жизнь, была там, рупором эпохи в свое время, а сейчас, к сожалению, вот уже остались последние дожившие представители первого поколения, то, что она вышла на классическую сцену симфонической музыки, нет ничего выше. Поэтому спасибо вам, что это сошлось на мне. Спасибо. Второе. Если я правильно понимаю, сегодня первый раз, когда филармонический концерт из родного Питера будет передаваться по интернету по всему миру, транслироваться. Это первый раз опыт Ленинградской филармонии. Извините, я ленинградец, я не могу ничего сказать, я потом объясню, почему. Вот. И то, что на мне это сошлось, я очень признателен бригаде, которая делает эту съемку, и сейчас нас онлайн смотрит весь мир, и прежде всего Евгению Богатову и его команде, которая вот за вашей спиной все это делает. Спасибо. Ну и, наконец, последнее, то, что тут вот стоит такая вот красивая коробочка. Но на самом деле я не артист, я всего лишь автор. Я предпочитаю разговор с аудиторией, поэтому, так сказать, any questions с одной стороны, а с другой стороны заявки, просьбы, мнения, вот все вот сюда, на все постараемся реагировать, потому что это будет главный разговор. Вот. Ну и для того, чтобы долго не разговаривать, все-таки я, если можно, начну с чего-нибудь старенького, с того времени, когда волос у меня было больше, забот было меньше, и когда я впервые попал в экспедицию в далеком 57-58 году, одна из самых первых песен. Я люблю вспоминать эту историю, когда... Да, кстати, если кому-то из нас, я смотрю, есть люди моего поколения, ну, не так уж много, если кому-то придет в голову что-то такое подпевать, не стесняйтесь своих эмоций. Хуже меня петь вы все равно не будете.
Ну и вот одна из самых старых песен. Я помню, несколько лет назад, опять же, в Питере, ко мне подошла девушка очень красивая, такая современная конструкция, и сказала: «Разве вы снег дописали?» «Этого не может быть». Я это озвучил. С большим разочарованием добавил. Я думал, вы уже давно умерли. Давай сюда. Итак, 58-й год, палатка поисковой партии под Игаркой, снег. Тихо по веткам шуршит снегопад, сучья трещат на огне. В эти часы, когда все еще спят, что вспоминается мне? Небо далекого просень, давние письма домой. В царстве чахоточных сосен быстро сменяется осень долгой полярной зимой. Снег, 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 снег над палаткой кружится. Вот и кончается наш краткий ночлег. Снег, 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 тихо на тундру ложится, по берегам замерзающих рек. Снег, 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 над Петроградской твоей стороной бьется веселый снежок. Вспыхнет в ресницах звездой озорной, ляжет пушинкой у ног. Тронул задумчивый иней кост твоих светлую прядь, и над бульварами линий по ленинградскому синий вечер спустился опять. Снег, 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 снег за окошком кружится, а не коснется твоих сомкнутых век. Снег, 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 что тебе, милая, снится над тишиной замерзающих рек. Снег, 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 долго ли сердце твое сберегу, ветер поет на пути. Через туманы, мороз и пургу мне до тебя не дойти. Вспомни же, если взгрустнется, наших стоянок огни. Плави пешком, как придется, песня к тебе доберется, даже в нелетные дни. Снег, 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 снег над тайгою кружится, вьюга заносит следы наших саней. Снег, 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 пусть тебе нынче приснится залитый солнцем вокзальный перрон завтрашних дней. Первой экспедиции в Арктику, где мне пришлось проработать порядка 17 лет. И вот такой стишок: под крылом над спящим Ленинградом небо просыпается в дыму. Мой сосед, со мной сидящий рядом, он куда летит и почему? Осторожным, удивленным глазом он в окно глядит на облака. Он, покуда не женат ни разу, и друзей не хоронил пока, снежного не покидал причала, с черной не соседствовал бедой. Он худой, носатый и курчавый, я сутулый, лысый и седой. Повидал бокал в жизни мало, вдаль не отправляясь перелет. Ждет его на мойке дома мама, а меня никто уже не ждет. Как бы жизнь свою построил, если все начать сначала, не пойму. Мой сосед, сидящий рядом в кресле, он куда летит и почему снова оказалось по пути нам, неразрывным связанным родством. Я лечу на турбореактивном, он еще на старом, винтовом, за окошком сгустки черной влаги, превращая солнце в молоко. Далеко лететь ему, бедняге, мне уже совсем недалеко. Пропасти под облаками круты, на востоке теплится рассвет. Мы летим
по одному маршруту с разницей в 6 десятков лет. Пятьдесят девятый год, Игарка. Город, построенный из одного дерева тогда. Я с тех пор там не был. Деревянные города. Укрыта льдом зеленая вода. Летят на юг, перекликаясь птицы. А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половицы. А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половицы. Над крышами картофельный дымок, висят на окнах синие метели. Здесь для меня дрова нарубленные впрок, здесь для меня постелены постели. Здесь для меня дрова нарубленные впрок, здесь для меня постелены постели. Шумят кругом тревучие леса, и стали мне докучливы и странны моих товарищей далекие голоса, их городов асфальтовые страны. Моих товарищей нездешние голоса, их городов асфальтовые страны. В тех странах в октябре еще весна, плывет цветом замысловатый запах, но мне ни разу не привидится во снах туманный запад, неверный дальний запад. Но мне ни разу не привидится во снах туманный запад, неверный дальний запад. Никто меня не вспоминает там, моей вдове совсем другое снится. А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половицы. А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половицы. Чем моложе, тем менее смерти боишься. Потому что силен, потому что здоров. Из дома опять убежать норовишь все под зеленый с поющими птицами кров. И опасность манит нездоровым азартом. Испытанием нервов, авось не помру. Я сижу и считаю таблетки на завтра с бестелесной партнершей, кончая игру. Где еще был азарт этот в юности нужен, когда в ряске бездонной тонула нога? Для чего я дразнил разъяренного мужа, вынимавшего пьяной рукой наган? Для чего под волной, что ломала настройки, закрепляла какую-то шлюпку, дурак? Я сижу у стола, пожилой и нестойкий, и поступки свои не пойму я никак. Сколько лет еще будет испуг этот длиться на моем недалеком и зыбком пути? И смеются на снимках веселые лица тех друзей, что не дожили до 30. Песня, ставшая безымянной, народной, с длинной историей, длинную не буду рассказывать историю, написана в 59 году, но я начну с 91 года, когда я впервые попал в Израиль. На первый был мой концерт там, на улице Штраус в Иерусалиме. И после концерта ко мне подошел седой человек с советскими орденскими колодками, несмотря на жару, на пиджаке, и сказал: «Я старый полярный летчик, всю жизнь я в Арктике провел. Вашу песню, думал, народная, всю жизнь пою. С фашистами я там воевал. Но тут поговорить про Арктику не с кем. Уделись мне полчаса, посиди, говорит, про Арктику вспомни». Похлопал себя по карману и сказал, торчала бутылка столичной водки. И сказал: «Тут же не с кем душу отвезти». Причем горестно хмыкнул и добавил: «И кому нужна в Израиле полярная авиация?» 59-й год. Мокрый снег в Таруханске. Песенка полярных летчиков. Кожаной куртки, брошенной в угол, тряпкой занавешено низкое окно. Бродит за ангарами северная вьюга, в маленькой гостинице пусто и темно. Бродит за ангарами северная вьюга, в маленькой гостинице пусто и темно. Командир со штурманом мотив припомнят старый,
Голову рукою подопрет второй пилот, подтянувши струны старенькой гитары, следом бортмехаником тихо подпоет. Подтянувши струны старенькой гитары, следом бортмехаником тихо подпоет. Эту песню грустную позабыть пора нам. Наглухо моторы и сердца зачехлены. Снова тянет с берега снегом и туманом, снова ночь нелетная даже для луны. Снова тянет с берега снегом и туманом, снова ночь нелетная даже для луны. Лысые романтики, воздушные бродяги, наша жизнь мальчишески вечные года. Прочь тоску гоните вы, выпитые фляги, ты, метеослужба, нам счастье нагадай. Прочь тоску гоните вы, выпитые фляги, ты, метеослужба, нам счастье нагадай. Солнце незакатное и теплый ветер с веста, и штурвал послушный в стосковавшихся руках. Ждите нас, невстреченные школьницы-невесты, в маленьких асфальтовых южных городках. Ждите нас, невстреченные школьницы-невесты, в утренних асфальтовых южных городках. Спасибо. У нас сегодня, помимо концерта, то, что называется презентация. Значит, тут за время, которое мы не виделись в этом зале, за последние два года, уже почти три, только что вышло несколько у меня книг сразу, я сейчас два слова о них скажу. Стишки я тут почитаю. Первое – это вот замечательное издательство «Петрополь», которым руководит мой друг Николай Кемчук. И они меня тут всегда издают. И эти книжки отличаются тем, что ни одна из них не повторяет ни одно стихотворение из предыдущих. Это то, что написано за последние два года. Вот. Одну из песен, которая тут, и старая поэма, которую я написал в далеком 72-м году во время экспедиции на перегонных судах из Архангельского Николаевского на Амуре, и нам повезло, там было 12 судов, прошло 4. Мне обычно везет, я на одном из этих 4 оказался, остальные затерли в Дабе, но мы прошли. И вот там была такая песня в этой книге. Поэма так и называется «Вдоль края планеты». Друзья, мы сегодня прощаемся с вами, последний подводим итог. Вдоль края планеты, меж тундры и льдами, уходят сюда, на восток. Мне в доме знакомом не сесть у оконца, сухого не выпить вина. Стоит допоздна неподвижное солнце в окне ресторана вина. Стоит допоздна неподвижное солнце в окне ресторана вина. Меж пьяных компаний и пар инородней, от всех в стороне нелюдим. Я мысленно чокаюсь с вами сегодня и пью, словно Пушкин один. Прощайте о прожитых днях, не жалею, той питерской давней зимой. Я палубы выбрал землею своею, и выбор был правилен мой. Я палубы выбрал землею своею, и выбор был правильный мой. Прощайте мне лиц, не видеть знакомых над паром холодной воды, где судно навстречу течением влекомы плывут низколобые льды. Навстречу рассвету, дорогою дальней, где ветер полярный жесток, края планеты, меж тундры льдами, уходят сюда, на восток. Вдоль края планеты, меж тундры льдами, уходят сюда, на восток. Спасибо. Прошло почти полвека, и в заключение этой книжки, поэма тут последняя эта, я дописал эпилог. Я все это вновь вспоминаю под старость,
и думаю, глядя во мрак, что как бы немало прожить мне осталось, не время сворачивать флаг. И вижу я снова суда у причала над стужей практических вод. И кажется, жизнь повторится сначала, как этот далекий поход. И кажется, жизнь повторится сначала, как этот далекий поход. Тянул тогда я, смотря безучастно на белое солнце в окне, что если есть настоящее счастье, оно улыбается мне. И буду опять вспоминать я годами судьбою отпущенный срок. Края планеты меж тундры льдами уходят сюда на восток. Вдоль края планеты меж тундры льдами уходят сюда на восток. Спасибо. Вторая книга — это стихи и песни, написанные в 21 веке. Тут их две. Одна выпущена моим многолетним другом, за что большое спасибо, здесь присутствует Сергей Александрович Васильев. Очень красивая книга. Она красива не потому, что там мои стихи и песни, а потому что там гравюры и иллюстрации, гравюры замечательного ленинградского художника, питерского художника Зоря Яхнина. И там она иллюстрирована этим замечательным гравюром. Человек безвременно ушел из жизни. Он рисовал две вещи: «Виды старого Петербурга» и «Парусные суда». Посмотрите, какая это прекрасная работа там. Вот. А эта книга без иллюстраций. Но это, значит, примерно они по содержанию одна близка к другой. И отсюда стихи и песни я покажу и в первом, и в втором отделении. Вот. Ну и, наконец, третья книга, самая большая и толстая. Спасибо Сергею Владимировичу Кириенко, потому что книгу это издал «Росатом». Вот. И Кириенко написал предисловие, очень толковое. Он оказался, так сказать, моим поклонником неожиданным образом. Вот. И это стихи о войне. Стихи о войне, от той войны до той, которая висит около нас, не дай Бог, чтобы она обрушилась. Вот, это вот большая книга, я просто прочту стихотворение, которое напечатано на обложке из нее. «Водитель, который меня через Ладогу вез, и разглядеть не сумел я, из кузова глядя, он был неприметен, как сотни других в Ленинграде, ушанка да ватник, что намертво к телу прирос. Водитель, который меня через Ладогу вез с другими детьми, исхудавшими за зиму эту, на память о нем ни одной не осталось приметы, высок или нет он, курчав ли, светловолос. Связать не могу я обрывки из всех кинолент, что в память вместило мое восьмилетнее сердце. Лишенное тепла, на ветру задубевший брезент, трехтонкий поношенный, настежь открытая дверца, лухими ударами била в колеса вода, гремели разрывы, калечи усталые уши, вращая баранку, упрямо он правил туда, где старая церковь белела на краешке суши. Он в братской могиле лежит, заметенной пургой, других растворив своей жизни недолгий остаток. И мы говорим: спасибо тебе, дорогой, за то, что вчера разменял я девятый десяток. Сдержать не могу я непрошенных старческих слез, лишь только услышу весенние звонкие трели. Водитель, который меня через Ладогу вез, чтоб долгую жизнь подарить мне в далеком апреле. Что случилось? От микрофона? А, спасибо. Спасибо. Вот так нормально? Сказали бы, друзья, как у нас там? Дима, нормально с микрофоном? Так, все в порядке? Хорошо. Больше всего я люблю старинные марши. На моем родном Васильевском острове, в Соловьевском саду, перед войной, по воскресеньям,
играли духовые военные оркестры. И самый любимый марш был «Остался прощание славянки». Я люблю духовые оркестры, что иных мне оркестров нужней. Это все начинается с детства, с незапамятных питерских дней. Те старинные, слушая марши, что запомнил с тех дней наизусть. Почему-то я делался старше и впадал в непонятную грусть. Почему-то я делался старше и впадал в непонятную грусть. Поистлели нашивки и канты, непригодны в эпохе другой. Те военные спят оркестранты, кто под Гатчиной, кто под Амгой. Мне оркестр духовой не поможет, впереди холода и дожди. Отчего же, скажи, отчего же снова сердце заныло в груди? Отчего же, скажи, отчего же снова сердце заныло в груди? Не вернуть мне васильевских линий, что я в жизни хорошего знал. Все уходит, как в фильме Феллини, где всегда неизменен финал, где теряешь и дом, и подругу, и годами налаженный быт. Оркестр все ходит по кругу, и веселые марши трубит. Оркестр все ходит по кругу, и веселые марши трубит. Пам-п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 ам. Как звук, нормально? Там какие-то проблемы? Что-что? Направленный микрофон? Не очень понимаю. Все говорят по-разному. Вот. Можно дальше, да? Спасибо. Вспомним блокадное, скорбные были небо в разрывах рябое. Чехов, что Прагу свою сохранили, сдав ее немцам без боя. Голос сирены, поющий тревожно, камни седые от пыли. Так бы мы поступили, возможно, если бы чехами были. Горькие истории, грустные вехи, шум Пискаревской дубравы. Правы, возможно, разумные чехи. Мы, вероятно, не правы. Правы бельгийцы, мне искренне жаль их. Брюки без выстрела брошен. Правы, влюбленные в жизнь парижане, дом свой, отдавшие бошам. Мы лишь одни, простофили и дуры, Питер не выдали немцам. Не отдавали бы архитектуры на произвол чужеземцам. Не оставляли позора в наследство детям и внукам любимым, твердо усвоив со школьного детства. Мертвые срам не имут. И осознать, вероятно, несложно. Лет через 100 или 200 все воссоздать из развалин возможно, кроме утраченной чести. Спасибо. Назад с твоим населением слиться, отчизна моя, Ленинград, российских провинций столица, как серы твои этажи, как света на улицах мало, подобно цветенью канала. Твоя
нетекучая жизнь. На Невском реклама кино, а в зимнем по-прежнему Винчи. Но пылью закрыто окно, в Европу ненужную нынче. Десятки различных привет приносят тревожные вести. Дворцы и каналы на месте, а прежнего города нет. Но в плеске твоих мостовых милы мне и слякоть и темень, пока на гранитах твоих любимые чудятся тени. И тянется хрупкая нить вдоль времени зыбких обочин, и теплятся белые ночи, которые не погасить. И в рюмочной на Маховой среди алкашей утомленных мы выпьем за дым над Невой из стопок простых и граненых, за шпили твоих окоем, за облик немеркнущий прошлый, за то, что покуда живешь ты. И мы как-нибудь проживем за шпили твоим окоем, за облик немеркнущий прошлый, за то, что покуда живешь ты. И мы как-нибудь проживем. Подражание великим, написал стишок сам себе с оригинальным названием «Памятник». Я обошел все континенты света, а город мой все тот же, с давних пор. Там девочка, скользясь у парапета, рисует мост, решетку и собор. Звенят трамваи, чаек заглушая, качает отражение вода, а я умру. И часть меня большая не бежит от тлена никуда. Моих стихов недолговечен срок. Бессмертия мне не дали глаголы, ни громкий, ни запомнившийся голос сотрут с кассет, предпочитая рок. Прошу иного у грядущих дней. Другая мне нужна, Господня милость, чтобы одна из песен сохранилась, став общей, безымянной, не моей, чтобы в глухой, таежной стороне у дымного костра или под крышей ее бы пели, голос мой не слыша и ничего не зная обо мне. Шестидесятый год. Заполярье. От злой тоски, не матерись, не матерись. Сегодня ты без спирта пьян. На материк, на материк, на материк, на материк идет последний караван. На материк, на материк идет последний караван. Опять пурга, опять пурга, опять зима, опять зима. Придет метелями звеня. Уйти в бега, уйти в бега, сойти с ума, сойти с ума. Теперь уж поздно для меня. Уйти в бега, сойти с ума, теперь уж поздно. Горячо, а память давняя легла зеленой тушью на плечо. А память давняя легла зеленой тушью на плечо. Я до весны, я до весны, до корабля, до корабля не доживу когда-нибудь. На грудь не пухом будет мне земля, а камнем ляжет мне на грудь. От злой тоски, от злой тоски не матерись, не матерись. Сегодня ты без спирта пьян. На материк, на материк, на материк, на материк ушел последний караван. На материк, на материк
ушел последний караван. С желтого песчаного откоса, где прошла звериная тропа, половодье выносило кости, кисти рук, ключицы, черепа. На свободу из заключения выносила мутная вода. Мы стояли ниже по течению на реке Сухарихе тогда. Запах тления, приторный и сладкий, вниз распространялся по реке. Поутру проснешься, у палатки скалит череп, зубы на песке, в лагерях, на этих быстрых. Мы со спиртом на этих доходяг. С той поры мне объяснять не нужно, что такое сталинский ГУЛАГ. Нам ночами июльскими не спать на сене, не крутить нам по комнатам сладкий дым папирос. Перелетные ангелы летят на север, их нежные крылья. Перелетные ангелы на север, их нежные крылья обжигает мороз. Опускаются ангелы на крыши зданий и на храмах покинутых ночуют они, а на утро снимаются в полет свой дальний, потому что коротки весенние дни, а по утру снимаются в полет свой дальний, потому что коротки весенние дни. И когда ветры теплые в лесо подуют, и от лени последней ты свой выронишь лом, это значит навек твою башку седую осенит избавление лебединым крылом, это значит навек твою башку седую осенит избавление лебединым крылом. Вы не плачьте, братишечки, по давним семьям. Вы не врите, братишечки, про утраченный юг. Перелетные ангелы летят на север. Я над тундрой поют перелетные ангелы, летят на север, и тяжелые крылья над тундрой поют. Когда метель за окнами шальная свирепствует, порою, иногда учительницу нашу вспоминаю, войной опаленные года. Она твердила по 100 раз когда-то голодным ленинградским пацанам: всегда любите родину, ребята, за что любить, не объясняя нам. Был муж в 37-м расстрелян, а мать его в блокаду умерла. Любите родину, ведущую нас к цели, любите родину и все ее дела. Она болела тяжело под старость, ушла ее седая голова, и все, что от нее теперь осталось, вот эти лишь наивные слова. Я к ней несу цветочки на могилу и повторяю по 100 раз на дню: любите родину, покуда будут силы. За что любите вы, не объясню.
Апрель 63 года. Борт русского военного парусника «Крузенштерн», канадский порт Халифакс, Новая Шотландия. Над Канадой, солнце низкое садится, мне уснуть давно бы надо, отчего же мне не спится. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Нам усталость шепчет «грейся», и любовь завалит шашни, дразнит нас снежок апрельский, манит нас уют домашний. Мне снежок, как не весенний, дом чужой не новоселье, хоть похоже на веселье, только все же не веселье. Мне снежок, как не весенний, дом чужой не новоселье, хоть похоже на веселье, только все же не веселье. У тебя сегодня слякоть, в лужах солнечные пятна. Не спеши, любовь, оплакать, подожди меня обратно. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Спасибо. Шестьдесят третий год, Гибралтар. Моряк покрепче, вижу злы, беда идет по пятам. Вода и ветер сегодня злы, и зол, как черт капитан. Пусть волны вслед разевают рты, пусть стонет парус тугой. О них навек позабудешь ты, когда придем мы домой. О них навек позабудешь ты, как домой. А верь в вино, не жди от женщин добра. Сегодня помнить им не дано о том, что было вчера. За длинный стол посади друзей и песню громче запой. Еще от зависти лопнуть ей, когда придем мы домой. Еще от зависти лопнуть ей, когда придем мы домой. Не плачь, моряк, о чужой земле, скользящей мимо бортов. Пускай ладони твои в смоле, без пятен сердце зато. Лицо закутай в холодный дым, водой соленой умой. И снова станешь ты молодым, когда придем мы домой. И снова станешь ты молодым, когда придем мы домой. Покрепче, парень, вижу узлы, беда идет по пятам. Вода и ветер сегодня злы, и зол, как черт капитан. И нет отсюда пути назад, как нет следа за кормой. Никто не сможет тебе сказать, когда придем мы домой. И нет отсюда пути назад, как нет следа за кормой. Сам черт не сможет тебе сказать, придем мы домой. Спасибо. В 1971 году еще в Питере, до моего переезда в Москву,
Мне закрыли визу за рубеж, инкриминируя мне интимную связь с женой французского посла на африканской территории. Товарищи с Литейного, которые этим делом занимались, сказали мне: мы сами мужчины, мы внимательно изучили твой текст и понимаем, что так придумать красиво нельзя. Это все явно написано с натуры. Пойми, дурень, это же не песня, это вещдок называется. Ну, и после, а пару лет назад, по-моему, в Баку я был председателем жюри русской авторской песни, и там был вот концерт, и они пригласили французского посла в Азербайджане. А жена у него русская, очень, кстати, красивая женщина. Ну вот, и, значит, он ничего по-русски не понимает, она ему переводит. А песню она не слышала никогда. Когда дошел до второго куплета, она покраснела и перестала переводить. Он говорит: почему не переводишь? В этом году уже будущего русского посла, по-моему, выяснилось, что они разошлись. По-моему, все-таки не из-за этого. Вот. Так или иначе, песня... Да, несколько лет назад в Москве, на моем авторском вечере в школе современной пьесы Рахильгауза, значит, на сцену поднялся в начале второго отделения высокий черный человек в смокинге, держа в руках огромный там-там, и на хорошем русском языке сказал: по поручению превосходительства чрезвычайного полномочного посла Республики Сенегал в России, господина такого-то, имею честь вручить господину Городницкому, это там-там, от сенегальского правительства в знак уважения за то, что в России за всю ее историю впервые написали песню о Республике Сенегал. Ну, я приношу извинения юным красивым дамам, которые, значит, заполнили этот зал, когда такой глубоко пенсионного возраста сенильный старичок поет такую, я бы сказал, эротическую песню. Но в мое оправдание могу сказать две вещи. Во-первых, песня была написана мною в Сенегале в 70-м году. То есть я был чуть помоложе. Кто не верит, можно посмотреть в кино или вот в книгах, вот фотографии. А во-вторых, ничего не было. Надеюсь на поддержку зала в плане хотя бы припева. Эту песню все знают. Я такие видел чудеса. Ох, не слабы, братцы, ох, не слабы. Плеск волны, мерцание весла, хор, крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского. Дружней! Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Хоть французский я не понимаю, и она по-русски нифига, но как высоко грудью нагая, как нога, высокая нога. Не нужны тебе другие бабы, всю мне душу Африка свела. Хор, крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Дорогие братья и сестрицы, что такое сделалось со мной? А все мне сон один и тот же снится, широко экранный и цветной. И в жару, и в стужу, и в ненастье все сжигает он меня дотла. В нем постель распахнутая настежь и жена французского посла. В нем постель распахнутая настежь и жена французского посла. Когда точно только что вышел диск, тут его презентация, песни написаны за последние два года, потому что у меня приступы старческой графомании, я что-то еще пишу. Диск, вышедший только что, значит, стихи и песни написаны последние два года. Поскольку у меня приступ старческой графомании, я еще что-то такое пишу. Спасибо. И, наконец, фильм. Значит, тут это опыт таких фильмов, когда это документальный фильм на фоне стиховых песен. Это фильм, который называется «Портреты на стене». Есть в Москве такой замечательный художник Борис Жутовский, мой друг.
И у меня дома там на стене висят портреты его работы. Это выдающиеся люди моей уже ушедшей эпохи. Мои учителя, фронтовые поэты Давид Самойлов и Борис Слуцкий, которых я обожал. И мои друзья, ушедшие из жизни, барды, забытый незаслуженный Михаил Анчаров. Недавно открыли мемориальную доску на доме, где жил второй человек, замечательный, самый популярный бард нашего поколения, мой друг многолетний Юрий Визбор. И третий – это самый замечательный мелодист в авторской песне, с моей точки зрения, Виктор Семенович Берковский, автор знаменитой «Гренады Светлова» и так далее, и так далее. Да? Ну и, наконец, последняя серия, третья – это два совершенно непохожих друг на друга человека. Это мой многолетний друг, замечательный русский историк и пушкинист, абсолютно рано ушедший из жизни Натан Ильич Дельман, и человек абсолютно не похожий, здравствующий, единственный из всех, хулиганский поэт Игорь Губерман, тоже, наверное, вам известный. Да? Вот. Вот это фильмы о них, тут о чем-то. Вот. А поскольку мы уже зашли до этого, я, если можно, закончу наше первое деление эпиграммой на меня в связи с своим преклонным возрастом, и в частности, песни, которую на меня написал на мой 80-летний юбилей Юрий Черсанович Ким, вам хорошо известный, замечательный наш российский бард, и которая, значит, нас с ним называют патриархи авторской песни. Поэтому на одной из моих известных песен он написал такую гнусную на меня пародию. Мы патриархи, мы патриархи, нас слуги шлют по адресу. Мы недомерки и перестарки, что видно без, а нам внизу. Мы недомерки и перестарки, что видно без, а нам внизу. Там где-то бабы гуляют лихо с каким-нибудь молодчиком, а у нас камни гуляют тихо по нашим мачеточникам. А у нас камни гуляют наши мать, у вас богамы зима и лето, детишки в штатах учатся, а нам дойти бы до туалета, а дальше как получится. А нам дойти бы до туалета, а дальше как получится. Уже зубов-то во рту не видно, уже нога волочится. И признаваться нам как-то стыдно, что умирать не хочется. И признаваться нам даже стыдно, что умирать не хочется. Ну ладно, поедем дальше. Так, заявочки и записочки я посмотрю. Кстати, может прямо с них и начать? Да, спасибо. Самая хорошая записка. Заявки. Я, понимаете, дело в том, что вот тут книга есть, изданная все время в Харькове, «Песни разных лет». И там более 300, кажется, у меня песен написано, поэтому все... А скажите про «Атлантиду» и вообще ваше отношение к хронологии Фоменко. Но, во-первых, здесь есть фильм, вернее, сериал, даже три серии «Легенды и миф Александра Городницкого». Если не смотрели, он тут есть, поэтому очень советую посмотреть. Первая серия посвящена Атлантиде, моим погружениям на подводном аппарате на подводную гору Ампер и моей точке зрения, где я верю в то, что Атлантида была. Потому что, понимаете, у меня на старости лет крыша поехала, я впал в детство. И поэтому я стал верить в сказки. Значит, в этом фильме первая серия – это «Атлантида». Причем у нас в Институте океанологии, где я работаю, в апреле прошел 4-й международный конгресс по проблемам Атлантиды. И на нашего директора написали доносы в Академии наук, сейчас снова модно писать доносы, вот, что он предоставил себе площадку уважаемого института каким-то проходимцам, которые говорят про Атлантиду. Поскольку я был зампредседателем оргкомитета, то это все на мою голову пошло, но мы как-то отбились. Так вот, я верю в то, что Атлантида существовала, и поскольку я в свободное от песен время профессор геофизики все-таки, и постараюсь уже заслуженный деятель науки Российской Федерации, то я попытался создать
Спасибо. Попытался создать непротиворечивую модель геофизическую Гильбер-Атлантиды, там, где это говорит Платон, то есть по ту сторону Геркулесовых столбов, то есть в истинном понте в Северной Атлантике. Но это отдельная тема. Я читаю лекции на эту тему, выступаю с докладами, и очень советую просто посмотреть этот фильм. Вторая серия этого фильма посвящена библейским легендам, в которые я тоже верю, потому что, значит, гибли Содома и Гоморра в результате выброса метана и, так сказать, соленокупольной тектоники и прочее, прочее. Вот. И исход евреев из Египта, цунами, которое утопило войско фараона, потому что все, что описано в книге «Исход», это типичное документальное описание цунами. Как тот цунами, который погубил 200 тысяч человек в бассейне Индийского океана, когда вода отошла, и дурни все побежали собирать раковины. А потом она пришла и всех погубила. То же самое описано в Библии. Вот. И, кстати сказать, месяца три назад в интернете я нашел сообщение, что египетские археологи в Красном море нашли остатки войска фараона. Доспехи, колесницы, значит, там, понимаете, скелеты и прочее, прочее, прочее. Ну вот, но я не могу. Вот, мое отношение к хронологии Фоменко, мое отношение скорее позитивное, чем негативное. Когда же Фоменко отвлекается от того, в чем он понимает, и начинает доказывать, что Токтамыш там, и Дмитрий Донской одно и то же лицо, или что Куликовская битва была на Старой площади около ЦК КПСС, вот это, я думаю, все-таки не совсем правильно. У меня даже есть стишок на эту тему. Вот. Так, спасибо, я, простите. Понимаете, я... А, да ничего, она не тяжела. Эпиграмма Кима, хотя она хорошая, к вам не имеет никакого отношения. Вы всегда молодой. Левая сторона. Спасибо. Вы знаете, просто строгие стены не позволяют мне читать другие эпиграммы на меня, на эту тему. Но, значит, не могу не похвастаться уже, так сказать, все-таки уже такое стариковская ностальгия, что в этом Ленинградском концертном зале, да, я в прошлый раз, в октябре, получил записку. Уважаемый Александр Васильевич, простите за нескромный вопрос. Вы еще в состоянии встречаться с женщинами? Я так решил как-то отшутиться. Говорю, ну, знаете, смотря с какими. А вообще-то, пока я был молодой, еще писали все-таки телефон. Из зала голос. А телефон на обороте. Так что, все это смешно. Горячий привет просил передать Вале Глазаду. Очень хорошо, спасибо ему тоже. Это замечательный ленинградский бард. Тут заявки. Я, понимаете, многих стихов не помню, поэтому... Наши соотечественники, уехавшие в США, благословляют вас за первые три куплета песни «Планета Америка», проклинают за четвертый куплет и спорят о слове «Ерик». Что значит «вдалеке от российской Ерика»? А, ну это я вам потом объясню. Как на дальний Ерик, выгнал батька коня за 100 тысяч лошадей. Да. Вот. Это такое полужаргонное российское слово. Память Вознесенского я не помню, это искренне наизусть. Стихи о внучке. Это не стихи, это песня. Кстати сказать, вот давайте мы это сейчас и споем, потому что завтра начинается еврейский праздник Хануки, посвященный, значит, одной из военных побед. Вот, и давайте споем сначала песню про Хануку, а потом уже про внучку, которую просили, да? Ханука. Планет небесная механика над далью моря голубой, когда горит свеча на Хануку, о чем мы думаем с тобой? Когда горит свеча на Хануку, когда горит свеча на Хануку, когда горит свеча на Хануку, о чем мы думаем с тобой? О том, что в бездах унижения
народ наш знал за много лет. Не только горечь поражения, но и величие побед. Не только горечь поражения, не только горечь поражения, не только горечь поражения, но и величие побед. Проснуться рядом утром раненько и слушать медленный прибой, когда горит свеча на Хануку, о чем мы думаем с тобой. Когда горит свеча на Хануку, когда горит свеча на Хануку, когда горит свеча на Хануку, о чем мы думаем с тобой. Что далеко нам до конца еще, и свет в окошке не погас, что огонек свечи мерцающей внезапно связывает нас. Что огонек свечи мерцающей, что огонек свечи мерцающей, что огонек свечи мерцающей внезапно связывает нас. И сердце странное брожение нас оставляет в дурачках, когда я вижу отражение в твоих агатовых зрачках. Когда я вижу отражение, когда я вижу отражение, когда я вижу отражение в твоих агатовых зрачках. Пообещает отдых страннику любая тень и дым любой, когда горит свеча на Хануку, о чем мы думаем с тобой. Когда горит свеча на Хануку, когда горит свеча на Хануку, когда горит свеча на Хануку, о чем мы думаем с тобой. Когда горит свеча на Хануку, когда горит свеча на Хануку, когда горит свеча на Хануку, о чем мы думаем с тобой. Спасибо. А вторая песня, тут есть фильм, но он достаточно старый фильм, 8 лет назад в Нью-Йорке на Международном фестивале документального кино. Этот фильм занял первое место в мире, он субтитрован по-английски. Называется он «В поисках Идиша». Речь идет о трагической гибели моей семьи в Холокосте, в Могилеве, в 1941-1942 годах. И там одна из кульминационных сцен этого фильма в Минске, в День Победы, на печально известной яме, где фашисты умертвили несколько тысяч евреев, идет траурный митинг. На этом митинге я пою. Фильм тут есть, вот эту песню. Подпирая щеку рукой от житейских устав невзгод, я на снимок смотрю с тоской, а на снимке 20-й год. Над местечком клубится пыль, облетает вишневый цвет. Мою маму зовут Рахиль, моей маме 12 лет. Над местечком клубится пыль, облетает вишневый цвет. Мою маму зовут Рахиль, моей маме 12 лет. Под зеленым ковром травы моя мама теперь лежит. Ей защиты не стал, увы, ненадежный Давидов щит. И кого из моих родных ненароком не назову, кто стареет в краях иных, кто убитый лежит во рву. И кого из моих родных ненароком не назову, кто стареет в краях иных, кто убитый лежит во рву. Завершая урочный бег, солнце плавится за горой. 21-й тревожный век начинает свой год второй. Выгорает седой ковыль, старый город во мглу одет. Мою внучку зовут Рахиль, моей внучке 12 лет. Выгорает седой ковыль, старый город во мглу одет. Мою внучку зовут Рахиль, моей внучке 12 лет. Пусть поет ей весенний хор,
Пусть минует ее слеза и глядят на меня в упор юной мамы моей глаза. Отпусти нам, Господь, грехи, и детей упаси от бед. Мою внучку зовут Рахиль, моей внучке 12 лет. Отпусти нам, Господь, грехи, и детей упаси от бед. Мою внучку зовут Рахиль, моей внучке 12 лет. Спрашивали о планете Ру. Значит, дело в том, что фильм наш, вот последний этот фильм, он сделан, кажется, по стипендию. То есть у нас съемочная группа когда-нибудь на энтузиазме и так далее. Поэтому планету Ру мы обратились за поддержкой, которую мы уже частично уже спасибо и получили. Этот фильм, который здесь уже презентуется, называется он вот «Портреты на стене», о котором я уже рассказывал. Так. В нашем рассказе стихотворение, в котором упоминается фонарный переулок. Я родился и вырос на улице Декабристов, а я угол фонарного емойки. То родился я, правда, не там. Это уже после того, когда дом сгорел в 42-м году. Вот, между прачечным и фонарным. Правильно. Ну, да. Спасибо большое за это. Что связывает вас с этим районом? 20 лет жизни. Меня с этим районом. Родившись на Васильевском давно, его считают центром Ленинграда. Но дом мой уничтожила блокада. На этом месте здание кино. Потом на мойке жил я. В стороне мерцал Исаки в золотой обновке, как разнились убогость обстановки и золото, горевшее в окне. Но подступали новые места, и было обживаться тяжело мне на мутной пряжке Пушкинской колонне у старого Калинкина моста. Так центробежной силой гоним, все дальше я перемещался робок за кладбище, за поле, в серый дым пятиэтажных купчинских коробок. А времени заметно ушло в моих часах, и сумерки пробило. Мне город мой родной теперь чужбина, отечество мне царское село. Об этом вспоминаю всякий раз, к вокзалу торопясь ночным трамваем. Не мы с годами город покидаем, а он с годами покидает нас. Был я семиклассник зеленый, и, конечно, в ту пору не знал, что ступаю на землю Коломной, перейдя через Крюков канал. Поиграть приглашая в пятнашки, возникает из давних времен между мойкой, фонтанкой и пряжкой затерявшийся этот район. Между мойкой, фонтанкой и пряжкой затерявшийся этот район. Вдалеке от растральной колонны он лежит в стороне от дорог. Был и я обитатель колонны, словно Пушкин когда-то и Блок. Там следил я, как ранняя осень гонит желтые листья в моря. Там осталась на мойке 108 разоренная школа моя. Там осталась на мойке 108 разоренная школа моя. Там гордынью полон безмерной я о славе мечтал перед сном. В коммуналках сырых на Галерной и на мойке и на Дровяном. Там влюблялся темно и случайно и женился бездумно и зря. Но кружила над крышами чайка, и гремели в порту якоря. Но кружила над крышами чайка, и гремели в порту якоря. Я ступаю на землю Коломны, перейдя через Крюков канал, и себя ощущаю бездомным от того, что ее потерял. Там кружит над Голландией новой, и в далекий манит края. Прилетая из века иного, белокрылая чайка моя, прилетая из века иного, невозвратная чайка моя. Еще из питерских песен еще одну вспомним. Тут есть... А, давай,
если идти по Петроградской стороне, по Большому или по Щерке, то есть по Малому, по Большому или по Малому проспекту от Тучкового моста к площади Льва Толстого, то поперечные улицы складываются в одну строчку. Под Ковырова, Подрезова, Барбалеева, Плуталова. Я еще, по-моему, рассказывал как-то, что я думал, что когда еще до войны папа меня возил за осад на Зверинском, потом мы гуляли Петроградской, и он сказал, это Бармалеева улица. Я был потрясен, что в честь Бармалея назвали улицу. А того я, конечно, не знал, малолетний дурень, что все было как раз наоборот, что крайне Чуковский прогуливался там, а был купец Бромлей. Там у него был торговый дом, и дом его такой. И в честь Бромлея, ну, Бармалея по-русски, возникло это название. И вот у меня есть, значит, такая песенка, посвященная моему давнему другу, профессору, а теперь депутату ЗАГСа, Саша, этого самого Ковринского, да, где-то, который там живет, на Барбалеевой улице. Под Ковырова, Подрезова, Бармалеева, Плуталова, успокой меня нетрезвого, подбодри меня усталого. Ах, родная Петроградская, меж Большой Невой и Невкою, там примерно чем брать с кого, там влюбляться больше не в кого. Ах, родная Петроградская, меж Большой Невой и Невкою, там примерно чем брать с кого, там влюбляться больше не в кого. Почему в моих глазах тоска, на губах моих ирония, по Введенской, по Лахтинской ходят люди посторонние, ходят с вечера до вечера по Зверинской и по Гатчинской. Здесь искать мне больше нечего, все было смыто начисто. Ходят с вечера до вечера по Зверинской и по Гатчинской. Здесь искать мне больше нечего, все было смыто начисто. Бармалеева, Плуталова, только разве дело в имени? Все подруги стали старыми, все друзья мои повымерли. Ты меня припомни резвого, дай мне запах снега талого. Под Ковырова, Подрезова, Бармалеева, Плуталова. Ты меня припомни резвого, дай мне запах снега талого. От Ковырова, Подрезова, Бармалеева, Плуталова. Посмотрим дальше записки все-таки. Как вы относитесь к зажиму демократии в нашей стране? Многолетнего, естественно, отрицательно. Тут, по-моему, ответ уже... В вопросе. Так. Если можно, используйте. А это уже было. Так. Рахиль, да. Сейчас, минуточку. Когда вы начали писать стихи и песни, что вас на это подтолкнуло? Вот у меня тут есть книга воспоминаний, есть вот фильм большой здесь «И жить еще надежды», его развернутый вариант, который называется «Атланты держат небо», по строчке из моей песни, я начал писать стихи совершенно случайно. В 47 году мы шли с моим приятелем поступать в кружок рисования на Фонтанку, вот во дворец пионеров. Но в этот день кружок рисования был закрыт, а за соседней дверью раздавались стихи. Я сунул голову и послушал. Сели мальчики и девочки, 14 лет, прямо моего возраста, и человек в офицерской форме, без знаков различия, читал им очень красивые стихи. Как потом выяснилось, Франсуа Вийон в переводах Оренбурга. Да. Ну и вышла же группа «Литературная студия Дворца пионеров». Для того, чтобы это приняли, надо было написать два стихотворения или один рассказ. Я побежал домой и через неделю написал один стишок про умирающего гладиатора, подозрительно смахивающий на Лермонтовске. И, значит, и все-таки стишок про геологов. Почему они на меня взяли? Вот это...
определила, значит, это первое. Что касается песен, то там все сложнее. Попав на крайний север на несколько лет, по окончании Ленинградского горного института, в Туруханский край, на Таймыр, в Игарку, и далее там на северо-восток, Магадан, и сюда, на Кольский, я понял, что стихи там никому не нужны. В сыром мужском краю, а песни пели. Причем пели люди, мои работяги, которые не по своей воле туда попали. И вот я услышал эти песни, они меня потрясли. Понимаете, вот я терпеть не могу, так называемый русский криминальный шансон, нашу модную нынче такую песенную псевдокультуру, которая не русский, не шансон, шансон – великое дело, это все-таки Брассанс, и Монтан, Азнавур, а главное, он не криминальный, это все подделки, это пишут запаксы, сытые дяди, далеко от лагерных вышек. А вот то, что я там услышал, кто написал великую песню? Я помню тот Ванинский порт и борт парохода угрюмый, как шли мы по трапу на борт, холодные мрачные трюмы. Не знаете? А я не знаю. Расскажите мне. Кто написал великую песню? Идут на север строка огромные, кого не спросишь, у всех указ. Указ – вся катушка через вышку. За 10 лет без права переписки – замена расстрела. Это тоже смерть, только медленно. Пили наши работяги из этого контингента. После тяжелой работы на лесоповале, под комарами или зимой. А я был молодой и глупый. Я все спрашивал, ребята, а кто автор, кто автор? И они мне как глупому, с игривой усмешкой отвечали примерно так. Слова народные автора скоро выпустят. Я перестал спрашивать. Вот тогда я начал писать песни, такие как «Деревянные города», «На материк» и прочее. Я не выбирал авторство, потому что за это могли там и замочить. Но, в принципе, это послужило толчком. Если ответил так. Я, мой брат и мои дети, воспитан на ваших песнях. Вы сами часть нашей Родины. Низкий поклон. Спасибо, друзья. Спасибо. Для меня большая честь получать такие записки. А, интересно, стих про Украину и про Россию, про Каина и Авеля. Только это не совсем про Украину, про Россию, но хотя это из цикла библейских песен Каин. Ну да. Мальчик кудрявый, весел от чего? Каин, где Авель? Спросим мы его. В мире, в котором столько простора, море и горы в солнечном дыму. Разве я сторож, разве я сторож, разве я сторож брату моему? Козы теснятся, белые вокруг, нет только братца, затерялся вдруг. В мире, в котором столько простора, море и горы в солнечном дыму. Разве я сторож, разве я сторож, разве я сторож брату моему? Вновь, как когда-то, 100 веков подряд, руку на брата поднимает брат. В мире, в котором столько простора, море и горы в солнечном дыму. Разве я сторож, разве я сторож, разве я сторож брату моему? Дальше детский хор. Жили, не каясь, так и будем жить. Прадед наш Каин дал нам эту нить. В мире, в котором столько простора, море и горы в солнечном дыму. Разве я сторож, разве я сторож, разве я сторож брату моему? Поэтому такой стишок, приучили стишок говорить. Наш руководитель, замечательный ленинградский поэт Глеб Сергеевич Семенов, запрещал нам наши произведения называть стихами. Это стишата. Вот Иосиф Бродский о своих стихах тоже привык говорить стишата. Вот такое стихотворение. Снова декабрь, по-московски сырой и гриппозный, мокрые вьюги и дождь ледяной на дворе. Чувство стыда
появилась сравнительно поздно, в Греции древней, на хмурой троянской заре. Неотомщенная обида она не простит нам, и милосердие тоже оно не простит. Стать победителем, кровь проливая, не стыдно. Стать побежденным – это действительно стыд. Попеременно то слабость являет ту силу, по лабиринту водит непрочная нить. В смертном бою наплевать на ахейца, в Ахиллу, но за Патрокла не может он не отомстить. Вечно воюю с людской натурой дикой, тянется к солнцу зеленая эта лоза, в царстве теней нелегко будет верно Эдипу, как на родителей сможет поднять он глаза. Стало сложнее со временем эта картина. Вот и мои на исходе как будто года. Так почему же она на меня накатила невыносимое, жгучее чувство стыда? Стыд за мучения моих опозоренных предков. Стыд, что по жизни не лучше ушел из дорог. Стыд потому, что мало близких нередко, а не обманывать тоже как будто не мог. Стыд за народ мой, привыкший к порядкам осторожным. Стыд за желание нового верить царю. Стыд за молчание и за того, кто, возможно, не понимает, о чем я сейчас говорю. Я прошу извинения, но заявки эти все выглядят невозможно. Я говорю, там 350 писем. Сейчас, минуточку. Мои друзья, геологи, не сказали о том, что вы... Что такое? Я узнал об этом уже после концерта. А, выступал, да. Где? Если есть какая-то песня, которая стала общей, безымянной, за пределами... Так, спасибо. Вы знаете, я... Так, ваше творчество помогает наладить силы и вдохновение для жизни. Ой, это целый длинный, спасибо. Я тут сорок людей удивительно много. Спасибо большое. Можно целое письмо, очень трогательное. Можно я потом прочитаю, потому что... Очень благодарен. Вы не представляете, как вы меня поддерживаете. И не только меня, наверное, этим годом. Понимаете? Оказывается, очень много есть людей, которые думают так же, чувствуют так же. И пока это так, то у нас в стране все будет хорошо, несмотря на что. Вот. Так. Вы потрясающий разрывный человек, вы были увлечены больше всего. Чем? Была ли область, которую вы считали самой интересной и занимались все время, а остальное было второстепенным? Понимаете, какая штука? Я человек слабого характера, да по натуре, и дуалист. Дело в том, что на интервью очень много мне придется задавать. И, значит, говорит, что для вас наука, а что для вас песня, литература. Я, так сказать... пока был довольно легкомысленным, помоложе. Я говорю, ну, одна жена, вторая любовница. Все понимающие смеялись и дальше вопросов не задавали. Но если спросил, кто именно жена и любовница, я бы не ответил. Потому что я разобраться в этом не могу. Поэтому не могу всю жизнь бросить ни того, ни другого. Но хочу сказать, тут присутствуют мои коллеги, там, Вадим Славович Цирель, замечательный геофизик и так далее. Когда мне удалось посчитать по уровню теплопроводности впервые теоретически мощность литосферы в океане, я был в таком же заводе, как тогда, когда написал песню «Атланты». То есть это примерно завод такой же, понимаете? Результат разный, может быть. Спасибо. Так. Понимаете, тут очень много заявок на песню «Севастополь». Дело в том, что тут очень сложно, потому что песня была написана за 8 лет до всех этих событий драматических, да? Вот, и только, значит, все, значит, мои либеральные друзья на меня там повесили всех собак за эту песню, но хочу сказать, что песня не имеет никакого отношения, то есть она была вообще не об этом. И там я в Америке был позже, после этого там тоже на меня там накидывались. Дело в том, что песня не имеет никакого отношения, в ней нет ничего ни антиукраинского, ничего. Песня о исторической справедливости, и поэтому ни одной строчки из этой песни я не собирался, не стыжусь, не собираюсь ни менять, ни, так сказать, за что-то извиняться. Я как считал, вот, для тех, кто ее не знает, могу ее спеть, значит, тем более, что другое дело. Соль минор, по-моему. 2007 год.
пахнет дымом от павших знамен. Мало проку от битвы жестокой, сдан последний вчера бастион. И вступают враги в Севастополь, и израненный молвит солдат, спотыкаясь на каменном спуске, этот город вернется назад. Севастополь останется русским, этот город вернется назад. Севастополь останется русским. Над кормою приспущенный флаг, в небе мессеров хищные стаи, вдаль уходит последний моряк, корабельную бухту оставив, и твердит он, смотря на закат, и на берег покинутый узкий, этот город вернется назад. Севастополь останется русским, этот город вернется назад. Севастополь останется русским. Что сулит наступающий год? Снова небо туманное мглисто. Я ступаю в последний вельбот, покидающий графскую пристань. И шепчу я, прищурив глаза, не скрывая непрошенной грусти, этот город вернется назад. Севастополь останется русским, этот город вернется назад. Севастополь останется русским. Спасибо. Привет из Мурома. Спасибо. «Атланты» мы поем обычно в конце. Понимаете, это мне очень лестно, что эта песня стала неофициальным гимном моего родного Питера. Как-то по традиции в конце. А что, уже пора? Сейчас нет. А, ну тогда еще ничего. Давайте я прошу прощения, я отвлекусь от записок. Спасибо. Какой-то этого Ленинградские вокзалы просят спеть. Мы знаем ее, да? Ла-л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 а. Ай-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Чтобы память зазря не вязала ностальгии, настырная боль, имена ленинградских вокзалов повторяю себе, как пароль, так и свежести снежной финляндской невозвратную школьной порой, неумелой девчоночей лаской комаровской янтарной сосной. Ах, Балтийский вокзал Варшавский, где когда-то стоял молодой, чтобы вдоволь потом надышаться океанской соленой водой. Отзвенели в реке отголоски, убежала в каналах вода. Я однажды пришел на Московский и уехал в Москву навсегда. Но у сердца дурные привычки, все мне кажется, будто зимой. Я на Витебском жду электричку, чтобы в Пушкин вернуться домой. Очень жалко, что самую малость я при этом, увы, позабыл. Никого там теперь не осталось, только пыльные камни могил. Ты, отечество, сладкий и горький, открывает дыхание мне. Ленинградских вокзалов пятерку удержать не могу в пятерне. Но когда осыпаются кроны на исходе холодного дня,
Все мне снятся пустые перроны, где никто не встречает меня. Все мне снятся пустые перроны, где никто не встречает меня. С тобой всегда мечтали поселиться мы во всех домах, что были на пути. За рубежом, в провинции, в столице ли, всегда мечтали дом свой завести. Но за ночлег, не выписав квитанции, несет нас утро к новым временам. Поют гудки на близлежащей станции, а это все останется не нам. Поют гудки на близлежащей станции, а это все останется не нам. Свои жилища, обживая утлые, в чужих домах над пропастью воржи, мы обрастали кучей всякой утвари, тарелки, вилки, ложки и ножи. Но не того, как видно, люди сортовы, чтобы поверить комнатным стенам. Поет поземка над аэропортами, а это все останется не нам. Поет поземка над аэропортами, а это все останется не нам. Остановитесь, часики, пожалуйста, не разрушайте будущий наш дом. Готовы жить, в отличие от Фауста, в любом краю и времени любом. Но на судьба летит затылки пристально, осенний шторм кружится по волнам. Поют гудки у близлежащей пристани, а это все останется не нам. Поют гудки у близлежащей пристани, а это все останется не нам. Когда-нибудь, я знаю, где бы ни были, с тобой мы станем счастливы вполне. Обзаведемся мебелью и книгами и занавес повесим на окне. Но держит осень нас ладошкой цепкою, в окне вороний не смолкает гам. Колокола поют над ближней церковью, а это все останется не нам. Колокола поют над ближней церковью, а это все останется не нам. Я все-таки пытаюсь вернуться к тому, что напечатано в проспекту, а то будет обвинять. А, вот. Это вроде было так, хорошо. В прошлое, заглядывая хмуро, вспомню, забывая про дела, педагога, что литературу в нашем классе некогда вела. Свой предмет, которого учила, полюбила с юности она, и от этой, видимо, причины коротала жизнь свою одна, внешним видом занималась мало, но в руках куталась в пальто, и меня от прочих отличала, сам уже не ведаю за что. Но судьба любимчиков капризна, и в итоге неизменно зла. Пушкин однолюбом был по жизни, как-то раз она произнесла. Пушкин был по жизни однолюбом. И примерный прежде ученик засмеялся громко и грубо, и позвал, наверное, искрик Вульфа, Вересаева и прочих, их прочтя с прилежностью большой, что не так уж был и непорочен африканец с русской душой. Помнится, имевший огласку в дневнике Михайловском строка. Дескать, я надеюсь, что на Пасху... Далее по тексту дневника. Гнев ее внезапно был прекрасен. Голос по-девически высок. Родинский, встаньте, вон из класса, двойка за сегодняшний урок. Еще ушам своим не веря, получивший яростный отлуп, снова ее услышал за двери, Пушкин был по жизни однолюб. Женщин на пути его немало, но любовь всегда была одна. В том, что не нашел он идеала, не его, наверное, вина. Мне ее слова понятны стали,
Чит 50 с лихвой лет, подмечая новые детали, наблюдая пушкинский портрет, горькие, трагические губы, сединою тронутая бровь, навсегда остался однолюбом, жизнью заплативший за любовь. Забыты недочитанные книжки, над прудами шумное веселье. Это бродят беззаботные мальчишки по аллеям парковым весенним. Им смеется солнышко в зените, дразнят их далекие рассветы. Не женитесь, не женитесь, не женитесь, не женитесь, поэты. Ненадолго хватит вашего терпения. Черный снег над головами кружит. Затерялись затупившиеся перья между бабьих ленточек и кружев. Не нашел крежды упрямый витязь, для стрельбы готовы пистолеты. Не женитесь, не женитесь, не женитесь, не женитесь, поэты. Зимний вечер над святыми над горами, зимний вечер пасмурный мглистый, и грустит портрет в тяжелой раме, и зевают сонные туристы. Ткет метель серебряные нити, в белый пух надгробия одеты. Не женитесь, не женитесь, не женитесь, не женитесь, поэты. Не женитесь, не женитесь, не женитесь, не женитесь, поэты. Последние книги, да, может, не последние, а вот это песни 21 века, недавно написанное стихотворение. Сейчас. Боль в спине и днем, и даже ночью. Нету спаса, хоть на крик кричи. Начисто изношен позвоночник, говорят сочувственно врачи. Да и как его не износиться на суровых северных ветрах, где пришлось тебе 20 лет трудиться в партиях за совесть и за страх, где себя, считая молодцами, мы лицом не ударяли в грязь, рюкзаки таская с образцами на уступы мерзлые солезь. Да и как ему не износиться на судах за 30 лет, где не раз во время экспедиции мы здоровью наносили вред, где к проблемам подходя по-русски и в дневное время, и в ночах судовые тяжкие погрузки на своих мы вынесли плечах. Не щадя свой позвоночник ломкий, я трудился, не жалея сил, как бы знал сарай, то соломку где-нибудь, возможно, постелил. И хотя бы все, увы, не вечны, и уже пора гасить свечу, все же позвоночник мой увечный на другой менять я не хочу. Потому что, завершая бал, я скажу, в минувшие года он стирался. Потому что, завершая балси, я скажу, в минувшие годы он болел, стирался и ломался, но не прогибался никогда. Неторопливо, истина простая, в реке времен нащупывает брод. Родство по крови образует стаю, родство по слову создает народ. Не от того ли смертных поражая, непостижимой мудростью своей, Бог Моисею передал скрижали, людей отъединяя от зверей. А стая не нужны законы Бога. Она живет завету вопреки. Там ценятся в сознании у Бога лишь цепкий нюх, да острые клыки. Своим происхождением не скрою, горжусь и я, родители любя. Но если слово разойдется с кровью, я слово выбираю для себя. И не отыщешь выхода иного, какие возражения не готовь. Родство по слову порождает слово, родство по крови порождает кровь.
кровь. Последних песен в этом новом диске, который тут есть, называется песня КСП. Это аббревиатура, означает клубы самодеятельной песни. Это многомиллионная армия замечательных ребят, молодежи, которая была в 60-е годы, есть сейчас, которые взяли на свои знамена авторскую песню, которые поют сами, устраивают фестивали, и даже в безвременье такое застоя брежневское совершил свободный социум этих людей, как бы в несвободной стране. Вот я к ним очень положительно отношусь, на юбилей КСП. Недавно я написал песню, которую спел в эти, вот в этот диск. КСП, 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 молодое поющее братство, ты в былые года преуспел, позволяя во всем разобраться. Ты отыскивал правильный тон в шестиструнной гитарной науке, чтобы следом за нами потом наши дети запели и внуки, чтобы следом за нами потом наши дети запели и внуки. КСП, 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 ничего нет на свете дороже. Тот, кто песни с тобою не пел, понапрасну года свой прожил, стихотворной поверив строке. Ты учил нас общению в слове и на русском родном языке, и на римной украинской мове, и на русском родном языке, и на римной украинской мове. Ты нам дал путеводную нить, мы на юность свою не в обиде. Ты учил нас друг друга любить, никогда не учил ненавидеть. Над костром своих светлым огнем снова молоды мы и крылаты. Лучше в руки гитары возьмем, чем казенные брать автоматы. Лучше в руки гитары возьмем, чем казенные брать автоматы. КСП, 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 тот тебя позабудет едва ли, кто в твоей затерявшейся толпе приезжал на твои фестивали. Твой палаточный летний уют заметает холодное вьюга, там, где вместе ребята поют, там они не стреляют друг в друга. Если вместе ребята поют, то они не стреляют друг в друга. Спасибо. Ну, мы подходим к финалу. Да-да, будем надеяться, не в последней книге, а в очередной. Спасибо за исправление. Какие наши годы. Ангел, летевший над городом Санкт-Петербургом, в прежних веках и минувшем столетии бурном, в здешнем музее пылится, уйдя на покой. Вместо него, продолжая во времени гонку, в небе витая с трубою трубящую громко, к будущим дням устремляется ангел рой. Видно, лететь ему далее не было мочи. Он пролетел сквозь блокадные черные ночи, крылья свои обморозив на зимнем ветру. Он в облаках зависал неподвижно когда-то над взбудораженной площадью возле Сената, бой барабанный услышав внизу поутру. Он пролетал, поводя своей женской головкой над усыпальницей царскую и Пискаревской, зимним дворцом и осенним разливом Невы, в дни наводнений и шумных народных сомнений, и шумных народных волнений. Он избавлял нас от горестных наших сомнений, и избавлял иногда понапрасну, увы. Вечно парящий над городом ангел-хранитель, с ним навсегда нас связали незримые нити, с ним неразрывна нелегкая наша судьба,
и воплотятся надежды в грядущие были. Если крыло его вспыхивает на шпиле, в небе трубит, за собой призывает труба. В краю, где суровые зимы и зелень болотной травы, дворец архитектор Трезини поставил у края Невы. Плывет смолокуренный запах, кружится дубовый листок, полдюжины окон на запад, полдюжины на восток. Полдюжины окон на запад, полдюжины на восток. Земные кончаются тропы у серых морей на краю. То Азия здесь, то Европа диктует погоду свою. То ливень балтийский внезапен, то ветер сибирский жесток. Полдюжины окон на запад, полдюжины на восток. Полдюжины окон на запад, полдюжины на восток. Не в этой ли самой связи мы вот так с той поры живем, как нам архитектор Трезини поставил сей каменный дом. То вновь орудийные залпы, то новый зеленый росток. Полдюжины окон на запад, полдюжины на восток. Полдюжины окон на запад, полдюжины на восток. Покуда мы не позабыли, как был архитектор толков, пока золоченые шпили несут паруса облаков. Плывет наш кораблик пузатый, попутный поймав ветерок. Полдюжины окон на запад, полдюжины на восток. Полдюжины окон на запад, полдюжины на восток. Спасибо. И последнее стихотворение, последняя песня. Последняя песня, естественно, будут «Атланты». А вот стихотворение посвящается присутствующей замечательной поэтессе и литератору Наташе Соколовской, которая попросила меня написать в книжку, они какой-то сборник собирали про Питер, напишите что-то о Питере. Но мне стихами написать легче, чем прозой, я написал стишок. Что могу я сказать о родном моем Питере? Не пристало любви объясняться родителям, с кем с момента рождения жили обыденно, без которых и жизни бы не было, видимо. Я родился вот здесь, на Васильевском острове, что повязаны днись с корабельными рострами, на седьмой, не менявшей название, линии, где бульвар колыхался в серебряном ине. Я родился за этой вот каменной стенкою, меж большой Невой и рекой Смоленкою, под пронзительных чаек над крышным витанием, и себя называю островитянином. Что мог написать я сегодня о Питере? Облысевший старик, гражданин на дожитии, сохранивший упрямость мышления костного посреди переменного мира московского. Переживший эпоху Ежовой Берии, я родился в столице Великой Империи, родился в заштатной советской провинции, населенной писателями и провидцами. Вспоминаю эту зиму блокадную, жуткую, где дымился наш дом, подожженный буржуйкою, и пылали ракет осветительных радуги над подтаявшим льдом развороченной Ладоги. Пережив здесь чувство страха и голода, полюбить не сумея другого я города, испытав ностальгии и страдания острые, полюбить не сумея другого я острова, что могу написать я сегодня о Питере? Я хочу здесь остаться, в последней обители, растворившись в болотах его Голодаевых, где когда-то с трудом выживал Голодая. Мне хотелось бы, братцы, над каменной лесенкой безымянной остаться, единственной песенкой, что и трезво все люди поют, и в подпитии. Вот и все, что могут написать я о Питере. На сердце тяжесть и холодно в груди, степеням Эрмитажа
И в сумерки приди, где без питья и хлеба забытые в веках атланты держат небо. На каменных руках атланты держат небо, на каменных руках держать его махину. Небес со стороны напряженной в спины колени сведены, их тяжкая работа важней иных работ. Из них ослабнет кто-то, и небо упадет. Из них ослабнет кто-то, и небо упадет. Во тьме заплачут вдовы, повыгорят поля, и встанет гриб лиловый, и кончится земля. А небо год от года все давит тяжелей. Дрожит оно от гуда ракетных кораблей. Дрожит оно от гуда ракетных кораблей. Стоят они, ребята, точёные тела, поставленные когда-то, а смена не пришла. Их свет дневной не радует, им ночью не до сна. Их красоту снарядами уродует война. Их красоту снарядами уродует война. Стоят они навеки, опершим бы в беду, не боги, человеки, привычные к труду. И жить еще надежде до той поры пока атланты небо держат на каменных руках. Атланты небо держат на каменных руках. Спасибо!